В Северной Калифорнии продолжает распространяться пожар, вспыхнувший в парке Бидуэлл. Огонь охватил почти 1500 квадратных километров территории. Сгорели более 130 строений. 8000 человек получили приказы об эвакуации. С огнем борются несколько тысяч пожарных. Им удалось локализовать огонь на 12% горящей территории. Этому помогла небольшая перемена погоды. На некоторое время ослаб ветер и повысилась влажность воздуха. Однако потом жара стала возвращаться. Пожарным помогает наземная техника, также огонь тушат с воздуха. Задействованы вертолеты и самолеты. За неделю до пожара температура в регионе достигала 40 градусов, но само бедствие началось не по вине стихии. Местные жители видели, как некий мужчина столкнул во враг горящий автомобиль. Подозреваемого задержали. Парк Бидуэлл – один из крупнейших в США. Эксперты предполагают, что на тушение пожара уйдут недели, если не месяцы. Может выгореть более 4000 квадратных километров лесов. Тогда это бедствие войдет в пятерку самых масштабных пожаров в Калифорнии. Сейчас этот пожар крупнейший из всех, которые вспыхнули в США. В целом в этом сезоне огонь выжег около 8000 квадратных километров территории.